Оранжевый уровень небезопасности из-за мощного ветра объявлен у Беларуси на субботу 16 соковика. В нашем регионе ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер прогнозуется паўднёвы с порывами до 14 метров за секунду. Температура поветра у ночи складе до плюс 3 градусов, у день от 4 до 6 тепла. Дождь до 7 тепла ожидается у неделю 17 соковика. По попередних прогнозах у понеделок слупки термометров уздымутся до плюс 14.